Комитет по делам религии, регулирования народных традиций и торжеств и обрядов Таджикистана выступил с инициативой об освобождении от должности имам-хатыба в мечети, обучавшихся религии за рубежом. Об этом сообщает информационное агентство «Авеста» со ссылкой на пресс-службу комитета. Имам хатыбов мечети, получивших религиозное образование за рубежом, заменят другие представители официального духовенства. По словам представителя комитета, соответствующее поручение дано руководителям управления ведомства на местах. Примечательно, что председатель Совета улемов Таджикистана прокомментировал данное решение следующим образом. Если комитет по делам религии, являющийся ответственным органом, принял такое решение, то значит оно решение правильное и принято не просто так, отметил Абдукадир Зада. По его мнению, все, что не делается государством, предпринимается в целях безопасности страны и народа. Мир и стабильность – самое главное, резюмировал Саид Мукаррам Абдукадир Зада. Напомним, что это уже далеко не первый случай, когда Абдукадир Зада оправдывает любое, даже самое абсурдное антиисламское решение режима Рахмона. Причем его риторика на этот счет каждый раз напоминает до боли знакомый лозунг времен советской оккупации Таджикистана, который звучал следующим образом. Партия сказала «надо», комсомол ответил «есть». Субтитры сделал DimaTorzok.